Всем привет! Как вы помните, я восстанавливаю справедливость на этом канале, и мобильное слэйерство получает не меньше внимания, что и ПК-гриндинг, так что ловите топ игроков на мобилах. Но какой топ? Топ-5, топ-10 или даже топ-20 сейчас будет? Я это не указал в названии видео. А знаете почему? Потому что изначально неправильно будет засунуть всех игроков под одну гребенку, под одни критерии, ведь кто-то играет на 60 Гц, кто-то на 120. У кого-то девайс от Apple, у кого-то от Xiaomi, а это разные условия. Поэтому, чтобы не ломать мозги, разделяем игроков на 3 категории и в каждой по 5 лучших СРК. Все это в одном видео. А еще, посмотрите, на каком стуле я сижу все это время из-за переезда. Ходят слухи, что это минус к скиллу. Поэтому у нас временно новая цель сбора, которую я начинаю в этом видео, а закончим уже, наверное, на стримах, да? Кто задонатит в описании, ГГ вам спасибо, а сейчас персональное благодарство тем, кто это уже сделал, а именно, Ивав Плюшевая Игрушка, Алена Сергеевна Крутая, Анрес, Пизаикв, Лолич, Fire54, Надя Пчелкин, Аегис, Авалайз, Forever Lay, Носок, Хенку, Славик, Сарма, Ратила, Кентами, Колбаска, Леси и Бластик, спасибо всем. Итак, первая категория — это 120 Гц игроки. В топ-5 можно поставить игрока под ником Вариант с хардостным видео даунбаса. Вы скажете, так это далеко не сильное достижение. Но, ребят, и игроков с такими мобилами, 120 герцовыми, у нас тоже не очень много, да? Поэтому этого вполне достаточно, как видите, чтобы попасть в топ на 5-е место. Четвертое место можно отдать Незексу, ему покорился Bloodbuff, и это для него полная фигня, ведь он имеет 89% на ППФ. Вот это уже невероятно, да? Он может сделать это первым в РК. Третье место у Гильзы. Хардостом у него тоже является Bloodbuff, и вы спросите, как он может быть выше, чем человек, у которого на ППФ целых 89%, а дело тут в чистом скилле. Мобильная комьюнити считает, что 110 тысяч попыток на ППФ, если дадим Гильзе, то он поставит высший рекорд, а может пройдет даже, поэтому он, ну, выше расположен топ-3 бронза. Серебро. Адриан XL. Хардост всего лишь Донбасс. Но не хардостом силен, ведь он имеет прогрессы на Когнишине и в Узурете с Кузуретой с Арктик Лайтсом. А еще у него море дожатых экстримов. Перечислять их нет времени. Топ-1. Не только РК, но и всего мира. Доминатор 120 Гц телефонов. Вертоп. Он безупречен, обновляет хардост за хардостом, скоро будет Aerial Glim, а сейчас Crimson Planet. Посмотрите на сложнейшие демоны, пройденные в его категории, и там везде единственный Виктор, он и только он. Бешеный отрыв по очкам, бесспорный лидер. Теперь переходим к 60 Гц трудягам. И на 5-м месте у нас Промак с его хардостом в виде Нифлхейма. Да, демон не из трудных в наши дни, но одно слово – прогрессы. А что по ним? 42 100 на Bloodbuff'е. Вдумайтесь в это, 42 100 на 60 Гц андроиде. С таким-то импут-лагом. Мазохистский челлендж – просто пройти парт кряка на телефоне, но дожать до 100 – это уже садо-мазо. Также у него 43 100 на Асмодеусе, это мировой рекорд. 83% на Дистраусе и есть прогрессы на Яте, пусть и не супер великие. Уже не скажешь, что у человека хардост Нифлхейм, верно? Офигеть! Офигеть! Четвертое место. Терракоптер. Его хардостом является Шаттер. Но прогрессы. Снова игрока сделали прогрессы. Он почти повторил мировой рекорд от Закси, сделав 62% на Коварете, а также установил мировой рекорд на Расте, сделав 40%. Это настолько жестко, что если 95% из нас решат поставить на Расте 40-100 на ПК и при этом иметь в запасе месяц, то мы обосремся. У нас не получится. А он сделал это на телефоне. Что? Что? Да, 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 да.
Бронзовый призер Exolighter. Тут человек затащил конкретно хардостом. Celestial Force – это топ-1 РК мобильного листа и получил невероятный скилл, насилив данное испытание. Больше сказать нечего, медаль ему на шею. Серебряный призер, Макстер, также зачистил Celestial, но он круче Exolighter тем, что попыток у него поменьше. А также есть 72% на экстриме под названием Белок и 60% на Void Wave. Кажется, он любит кликсинг демоны. Хорош! Фух! И победитель, Legend Dynamics. Если предыдущие два игрока прошли Celestial за 57 и 20 тысяч попыток, то он потратил всего 13. Да, тоже прошел Celestial, пора уже повышать хардост нашего комьюнити. Прошедших нынешний топ-1 уже предостаточно. Хоть он и играет сейчас на 120 Гц, на 60 ему не было бы равных в РК. Также он осилил Freedom 08 и Белок. Я беду, призматик! Я беду, призматик! Многие ожидали тут увидеть Закси, у которого я брал интервью недавно, но он пока что топ-1 по потенциалу, а его нужно еще и реализовать, поэтому формально он уже топ-6. А теперь эти невероятные люди, играющие на айфонах и айпадах, ну мультимиллионеры короче. А у нас таких нету, вернее есть, но их очень мало и ничего существенного не добились, чтобы было возможно составить из них топ. В РК есть только один топ-плеер на iOS, это грузин Biprex, он, кстати говоря, топ-1 мира в своем дивизионе. Но вот других у нас нету. Топ-5 сделать, как видите, невозможно. Такие вот пироги. Большое спасибо за помощь в составлении топа Аурелу и Найстеру. Они разбираются получше меня, и всем пока. Да, стул. Стул